Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Speedrun Simulator. Этот симулятор буквально недавно вышел в топ. Сейчас в него довольно много людей играет. Ну и также он, в принципе, довольно неплохой. Для того, чтобы нам активировать скрипт, нам потребуется чит. Ссылочка будет в описании. После того, как вы скачали, нажимаем кнопочку Inject. Это у нас шприц. Ждем, пока у нас заинжектится. Так, все отлично. И теперь заходим в скрипт хаб. И нам нужен вот спид симулятор. Спидран симулятор. В принципе, без разницы. Нажимаем. И как видите, он за меня автоматически стал кликать. Также давайте глянем, что тут у нас по пэтам. Так, это у нас за робуксы. Это тоже за робуксы. Так, это вот. Вот за скорость получается. 5000 скорости. Так, тут у нас тоже робуксы. Ну, давайте откроем один раз. Ага. Мне написано то, что мне нужно сделать реберст. Так, а реберст где делается у нас? А, вот здесь. Все отлично. Делаем реберст. Так, как видите, клики очень быстро прибавляются. И с помощью этого можно очень быстро делать реберст. Так, тут уже получается 3000. Давайте сейчас еще один реберст, в принципе, сделаем. Вот, не знаю, как будут, получается, скорость прибавляться, если вы включите автокликер. Вот. Ну, мне кажется, я думаю, то, что все-таки скрипт намного быстрее прибавляет скорость, чем будет работать автокликер. Хотя, не факт. Ну, в принципе, вы сможете проверить. Так, делаем второй реберст. Все отлично. Теперь я стал еще больше, получается, то есть быстрее копить на скорость. Так, давайте еще немножечко тут пособираем. И сейчас с вами купим питомца за 5000 скорости. Посмотрим, какой мне выпадет. Может быть крутой, может быть нет. Но сейчас мы с вами, в принципе, увидим. Так, также у нас тут какие-то есть локации. Но я точно не знаю, как на них попасть. Они почему-то все у нас закрыты. Очень странно. Так, никакую я попасть не могу, к сожалению. Да. Их, походу, как-то надо открыть. Но я не знаю, потому что играю вот буквально минут 5-10 назад. Так, здесь у нас получается за 2 реберста 15 тысяч скорости. Ага. Мне получается 15 тысяч скорости нужно, чтобы попасть в ту локацию. Так, давайте откроем. Глянем, что мне за питомец выпадет. Так. Полицейский выпал. Ну-ка. Ага. Понятно, комонка. Ясно. Не удивлен, в принципе. Плюс 7 спида. Я так понимаю, это получается за один клик нам прибавляется плюс 7. Ага. Я, получается, за клик получаю по 14. Нормально. Кстати, смотрите, я так понимаю, кроме этого скрипта, можно еще будет включить автокликер. То есть, если вы активируете этот скрипт и еще включите автокликер, я думаю, вы офигеть, сколько будете скорости получать. Так, ну давайте зайдем в эту локацию, глянем, что там. А, мне ее купить нужно было, окей. Так, тут у нас маленький паркур, чуть не упал. Так, давайте прыгаем. Так, а что я потом получу? А, я телепорт, по-моему, какой-то открою. Ну, погнали. Сейчас посмотрим, что этот телепорт дает. Так, не факт, что я допрыгну, но давайте попробуем. Отлично. Так, пока что все нормально, все легко. Самое главное, не налажать. Оп. Все, я думал, вот сейчас упаду, но... повезло. Так, ну все, в принципе, мы прошли. Так, и мы тупехнулись в какую-то локацию. Угу. Так. В этой локации, кстати, умножение получается, так понимаю, идет больше. Также вот тут какое-то яйцо. Сколько оно стоит? 15 тысяч. Ну, давайте откроем один раз. Ага. Получается, мне нужно сделать 3 реберста, чтобы его открыть. Окей, давайте делаем реберст. Так, все готово. Собираем вот эти вот сферы. Так. Там какая-то следующая локация. Арена 51. Но я думаю, мне на нее не хватит. Ну, давайте, в принципе, сбегаем быстренько. Так, 4 реберста и 30 тысяч скорости. Угу. Получается, еще один реберст и 30 тысяч скорости нужно, чтобы эту локацию открыть. Ну, в принципе, довольно мало. Так. У нас уже почти 15 тысяч. Сейчас мы с вами откроем. И глянем, что нам за питомец выпадет. Я надеюсь, крутой. Поехали.
Так, и... Ну-ка. Опа. Он кьюин. 35%. Ну, по крайней мере, это не комонка, уже хорошо. Так, а 3 питомца могу одевать, отлично. Так, одеваем. Заработок все больше стал. То есть намного больше. Давайте сейчас, в принципе, тогда еще одно яйцо откроем. Глянем, что мне за питомец выпадет. И комонка. А, нет. Такой же, отлично. Хорошо то, что не комонка. Так, одеваем. Еще раз повторюсь, то, что заработок намного больше сейчас еще стал. Так, получаю я сколько, я не заметил. Ну-ка. Ага, 164. Так, давайте на гонку зайдем. Я надеюсь, я буду первым. Так, сейчас проверим. Хотя, может быть, даже не первый прибегу. Ну, сейчас увидим. Так, поехали. Пока первый бегу. Отлично. Самое главное тут не налажать. Так, ну, вроде сзади меня никто меня не догоняет. Отлично. Ну, все, я думаю, в принципе, я первый прибежал. Так, чуть-чуть осталось. Опа. Все, отлично. Вот тут чуть не упал, офигеть. Так, я получаю 20 тысяч скорости, офигеть, круто, очень круто. А, ну, я думаю, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился скрипт, можете скачивать чит, заходить в эту игру и активировать его. Также параллельно можете еще активировать автокликер. Всем удачи и всем пока.